перебираю камни, тут кое-какие, на кучу малу какие-то. Ну, в общем, пристроить надо. Ага, видите, какие красава какая. Вот если полирнуть, так совсем хорошо будет. Отполировать, да, там вообще будет изумительно смотреться. Видел я такие. Видите, как рисунок проявляется. Надо полировать, резать на пластины, ну, понимаете. Раз, два, три, ну, четыре пластины хороших достатки. Если по сантиметру пилить. Дорого все. Это Дикит кварцевый агрегат. Твердый. Считайте, кварц. 7 очков режется. Плохо. Ну, ладно. Кому-нибудь понадобится. За отдельную плату. Вот тут это вот эту тоже резал, но не я резал. Видите, какая красава. Ну, да. То есть вот эта половинка, видите, вот она вот так вот. О, елки. Это вот тяжелый. Бабочка, одним словом. Вот это одно крылышко, видите, рисунок. Это вот второе крылышко. Вот рисунок этот. А это по краям. Вот. Один край и вот другой край. Вот такая вот бабочка. Холодина и воды-то нет. С собой не взял. Ну, поверхность неплохо отрезана ровно, поэтому тут, наверное, шлифовать не надо. Да. Так. Ну вот размер маленького. Сколько? Около 25. По большим сторонам считаем. Ну, где-то на 20. Так, да, около 25, а здесь, ну, 20. А высота? А высота 9. Высота 9. Так, сколько же он весит? Сейчас прикинем. Сейчас, минуточку. Так, и что тут у нас? Да, елка зеленая. Где-то 8 килограмм, 300 грамм. Хорошо, каменюшка. Ну, пусть так, мешки. За пятерку уйдет. Так, а это сколько у нас? Да, ну что, так же должно быть. Раз у нас ответная часть 20, около 25. Единственное, что высота ее другая будет. Ну, в
примерно 15, наверное. Да, так где-то. Так, где-то 15, наверное. Может быть 14. Сейчас взвесим еще. О, так вот он лучше смотрится, когда его заполируют. Видите, какой красава, дикит, кварцевый агрегат. Можно просто пластины, а можно здесь интересные вещи вырезать из него, из этих пластин. Можно даже, наверное, пробовать поделки делать или кабошонить. Из двух одинаковых половинок уже, глядишь, и получится гарнитур. Где вы, клещики-то? Говорю. Да. Интересно. Ну, это шайтанский перелифт. Тоже булдыган. Там даже с корочкой какой интересный. В каждом углу что-нибудь. Опа, а это что? Это все выброшено было, видите? Смотрите-ка. Кристаллики кварца. И тут же слюдка, похожа на мусковит. Вот тоже. Это или Семёних, или Барские ямы. Там кристаллы тоже есть. Равнонаправленно, так красиво. Да, часть кристалла дымчатого кварца. А вот еще из одного угла вытащил. Ну, это Первомайско-Зверевское месторождение. Видите, крокоид как. Сплошной корочкой лежит. Бывает отдельными кристаллами, а это кристаллы как у корочкой. А черненькое это скорее, ну, может быть, вакеленит. Вот тут тоже отдельные кристаллы есть. Но этот образец я потерял, долго искал. Видите? Вот, и нашел. Это кальцитовая щетка. А сверху вот это перит, кристаллики перита. Такая симпатюля вообще. Это Вишневые горы. Шахта капитальная, которая уже давным-давно отработана. У того человека, у которого я покупал, живых нет. Царство ему небесное. Вот. Человека нет, а камень есть. Красивый образец. Тоже выложен на продажу на сайте Ферелифт. Времена не очень. Все пойдет с молотка. Ну, это Шабровское месторождение. Вот это магнезит, где большой палец. Вот это магнезит. Это тальк голубой. Это брайнерит коричневый. Красава тоже. Сейчас померяю, взвешу. Тоже пойдет. Кому надо.